Привет! Год назад я делал обзор на рюкзаки от компании SwissWin. Швейцарское качество, выпускаемое в Китае. Ну, в общем, вы поняли, друзья. Так вот, хочу сказать, за год ровным счетом с ними ничего не произошло, а использовал их ежедневно и нагружал куда более положенного. Собственно, сегодня еще три новинки из этого магазина на AliExpress. Влагозащищенная сумка на пояс с подарком в виде кодового замка. Такой формат, я думаю, друзья, кто постарше, часто видели на рынках у продавцов, таксистов, да и на море я их встречал, как такой формат сумки был в одно время распространен. Конечно, есть дешевые, которые ужасно выглядят, рвутся, заедают замки и все прочее. По отзывам других покупателей и собственным ощущению и опыту, вещь действительно неплохая именно в этом магазине. Материал похож на мой основной рюкзак. Проверил я также влагозащиту, как видите, с этим все в порядке. В реальности она выглядит больше, чем на фото. Думал, будет небольшой кошелек, а на деле оказался большой мешочек. Две молнии, одна с двумя бегунками, три отделения, в общем, для хранения получается. Нет противного запаха, нет торчащих ниток, швы аккуратные. Подкладка брендированная, застежки Fastex работают отлично, прочные. В общем, однозначно цена-качество. На распродаже $15 с подарком в виде этого кодового замка. Как ни странно, но вторая сумка больше, на плечо по такой же цене и тоже с подарком. Размер 200 мм длина, ширина 85 и высота 290. Предусмотрено два цвета на выбор, черный и темно-синий. Отделений 4 на молнии, одно из которых на обратной стороне, которая прилегает к телу, для большей, так сказать, безопасности. Также одно отделение на кнопке, куда без проблем можно повести пауэрбанк на 10 тысяч мАч, к примеру. Один карман без молнии, вверху для быстрого доступа, а в целом также претензий к качеству нет. Пошивы, материалы нормальные. Грубый немного, но скорее всего пока новый. Влагозащита есть, так что-то это еще будет один плюс. Капельки, как видите, не впитываются. Все отлично. Еще больше следующая модель. В магазине представлен как бизнес-рюкзак с возможностью транспортировки ноутбуков с диагональю экрана 17,3 дюйма. Плюс ко всему есть специально отведенный порт USB для подзарядки смартфона. Отделений много, включая два боковых на молнии и там еще раздельные карманы. Присутствует и скрытая, расположенная на задней стороне в нижней части. Оно довольно вместительное. Молнии обработаны, есть накладки, материал водоотталкивающий. Из особенностей с лицевой стороны расположены 4 светоотражающие полосы для безопасности в темное время суток. Мелочь, но это очень важно. Сейчас темнеет рано, я на машине езжу порой в нескольких метров, только на обочине замечаю идущего пешехода. А так сложилось, что у нас все почему-то ходят в темной одежде без отражающих полос. И даже на велосипедах нет ни одного фонаря или светоотражающего какого-то элемента. Будьте аккуратнее и старайтесь обезопасить себя и своих детей. Пришейте на куртку, на рукав, на рюкзак светоотражающие полосы, хотя бы кусочек. Это может спасти вам жизнь. Что-то понесло меня не туда, но реально в городе нет пешеходных дорожек, практически и приходится перемещаться по дороге. А в целом, друзья, рюкзак хороший. Не знаю, как кому по дизайну, возможно, есть красивее, лучше, интересней, но этот вариант стоит $29, я думаю, что цена оправдана. И действительно внушает доверие, опять же, сравнивая с предыдущими двумя из этого магазина, которые прошли уже год активной службы. 11.11 будет минимальная цена. Не забывайте проверять рейтинг продавца, возвращать часть денег обратно себе на кошелек. Экономьте. Пусть даже копейки, но в итоге сумма будет нормальной. Нужно всего лишь подключиться к программе кэшбэк Letyshops. Ссылка самая первая под видео. Если видео вам понравилось и было хоть чуточку полезным, то вам спасибо за просмотр. Делать вы знаете что. Увидимся очень скоро.